Come over here and kiss me on. Ну и настал тот момент, когда нужно с кем-то снять совместное видео, в котором мы хотим рассказать про все удаленные вещи в слабаттлсе, либо же предметы, которые были заменены на другое. О, пара-то кирпич, со мной пухляш. Приятного просмотра. Ну и первое, конечно же, это удаленные 4 бэджика. Первый из которых это бэджик Обамы, который был удален из-за политики. Который давался при подборе перчатки Обамы, которая вскоре была заменена на Еруру. Это бэдж Пок. Чтобы его получить, вы должны были в старом лобби нажать на картинку с лицом кота. И после чего вы бы получили этот бейдж. Следующий третий бейдж является Бэкрумс. Вы могли туда попасть, если вас ударили Ерором с 5% шансом. Однако он был лучше, потому что там могли фармить слабы. И последний четвертый бейдж это Слабмастер, который так и не был реализован в игру. Точнее, он был добавлен, но его никто не имел. И он давался, если вы попадали в лидерборды по слабам. Ну а первая удаленная перчатка, это перчатка Койл. Раньше она была вот такой вот, и ее удалили из-за того, что у нее была баганная физика. Следующая удаленная перчатка это Чики, и она аж менялась целых 2 раза. И она была заменена на МР. Следующая перчатка Dream, которая была заменена на перчатку Speedrun, и была удалена из-за авторских прав. Ну а следующая перчатка, это перчатка Overkill. Раньше у нее была вот такая вот моделька, и когда вы кого-нибудь убивали, то происходил звук Да, представляете, был старый Hollow Jack, а точнее была старая моделька, такая гнилая, фиговая, но теперь гораздо лучше, и поэтому он теперь красивее неоновый. Чё делаешь? Ну а следующая удаленная перчатка, это перчатка Пилот. Вот такая вот у нее была моделька, и она была заменена на перчатку Jet. Ну, следующая удаленная перчатка, это Fake Out, которая была заменена на J-Baited. Также она была добавлена на приватные сервера на короткое время, но это было случайно, и ее поэтому сразу же удалили и заменили. Но следующая удаленная перчатка это Лего, которая была заменена на Брик из-за авторских прав. Ну потому что Лего же, вы понимаете. Ну а следующая удаленная перчатка это перчатка Нах. Она была заменена на перчатку Элют из-за каких-то обстоятельств. Туда. Соцранга. Да. Добро! Да, в слабаттлсе было старое лобби, и не одно, аж целых 2. Первое лобби было квадратным, которое было только в начале выхода игры. А во втором лобби по центру была огромная золотая перчатка, с которой торчала перчатка Обамы. Раньше в слабаттлсе был старый куб смерти, и выглядел он максимально ужасно. Вот так это выглядело. Также раньше можно было зайти в портал, и вас не кикало, а вы попадали в особую локацию. В этой локации было сделано все из флага Бразилии, и там стоял Чики возле портала. После того, когда вы заходили в этот портал, то вы попадали в режим Муген. Также в слабаттлсе была удалена комната ожидания в турнаменте. То есть, когда нажимали на кнопочку типа Join Tournament, вы попадали в комнату ожидания. И в этой комнате ожидания вы ждали других игроков. И также там был таймер до начала раунда и счетчик игроков. Честно, данную информацию я впервые слышу, но в Википедии говорится, что цикл дней и ночи все же был. Я не знаю, как он работал, у меня есть предположение, что можно было на кнопочку, предположим, переключиться на ночь, либо же на день. Но вообще звучит даже неплохо. Ну такое вот у меня совместное видео с этим оболтусом получилось. Думаю, в этом видео вы что-то узнали новое, я имею в виду, вы никогда об этом не слышали. Либо же вы полный олд и вы знали абсолютно все. Ну не суть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Пухляша, ссылку на него оставлю в описании. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Ты Майкл Джек... Ты Майкл Джексон? Да, я тоже богатый. А. Кот прыгает над смертью. Ого. Едри, стоп, дай скрин сделаю. Только туда не... Фак!